Романовский лук. Это местный лук Ярославской области. Красного цвета, темного красного даже цвета. Крупный вырастает очень. И в основном в одну головку идет, но есть и в две, и в три головки. Вот одна головка. Смотрите, растет она в одну головку. Дальше идет в две головки есть. Вот две головки. Дальше тоже в две головки здесь. А здесь в три. Вот такой лучок вырастает. Похож на чем-то на ялтинский. Вот с этой стороны как бы плоский немножко. Здесь округлый. Вот такой романовский лук. Красный, крупный. Перо очень крупное. Сам он очень крупный лук.